росту изба. Всем привет, ребят. Уже полчаса роют здесь. Снега полметра. Не помню точно, где есть тайник этот. Прикопал, блин, печку эту. Капец, задолбался уже. Куда я закопал ее? На улице 25. Быстрее на печку растапливать, я ее найти не могу. Ну и путешествие, я вам скажу. Полный трындец. Нашел. В следующий раз умнее буду. Надо какую-то метку втыкать. Я же ходил в баню, в землянку еще. Еще раз тестировал, переделал печку. В нос получил, покажу. От кого можно получить в нос в лесу. Когда валит и лес сухостой, повисший, то смотрите сюда вверх, сучки отпадают, макушкой, особенно когда ее трясешь, макушка отламывается у нее, может по голове прилететь. Вот сейчас вот хоть и смотрел вверх, маленький сучок по носу все равно перелетел, переносится прям, вредная какая-то попалась. С этого скинул, так на другом повисло. Сейчас посмотрел через камеру-то. Неплохо прилетело-то. Батя в деляне работал лет 5 назад, наверное, если не больше. Так там мужику то ли дерево, то ли большая ветка прилетела. И все, он не дожил до скорой, мне помню, ну кажется. Не спасли, короче. Быстрее печушку растопить. Чаю поесть. Ну все, печка разгорелась. Засекаем время. Потом сварим попозже чего-нибудь. Сейчас перекушу. Блины там с собой есть. Чай согрею. Микроволновка по лесному. Уже понагрелась.
Вот зашел раздеваться. Прошло 15 минут. Вверху не дышится. Внизу еще немножко прохладно. Так что, кто там писал, для тех специальный эксперимент провел. Для тех, кто писал, что кирпичную печку сделать. Кирпичная печка в лесной избе — это не то. Не для лесной избы кирпичная печка. Полдня шел, на улице минус 25. Охота быстрее прийти, согреться, попить чая. А с кирпичной печкой так не получится. Пообедать надо. Поужинать. Да. Дорога нелегкая была. Опять я приключения на свою жопу нашел. Почти 10 километров, целик. Главное успеть до темна добраться до избы. Уже солнце садится. Блин. А я еще хотел лыжи 90 сантиметров покупать. Вообще бы вспотел бы тут на них. Да, теперь я понимаю это Ёжного, когда он говорил, что путик трудно дается в целину. Обидно, что ее заметет через несколько дней. Столько трудов, каждый километр дается с трудом. Еще немного осталось, километров 4, наверное, не дойду. Ну а если посмотреть с другой стороны, то все эти испытания и трудности только укрепляют человека. И испытываешь огромное удовольствие и кайф, когда преодолеешь его. Блин, как жалко, что нет камеры, которую увеличивают. Вот на этой елочке сидит на самом макушке. Сова такая здоровенная. Красивая вообще. Не видно, наверное. Может, потом когда-нибудь куплю. О, полетела. Красотка. Закат уже. Последние метры. Сотни метров. Как они трудно даются. Ноги уже не идут. Сейчас приду. Упаду вот в избы. Полдня иду уже сегодня. Обалдеть. Столько я еще не ходил. Сейчас поставим уху вариться. Ну и все. Камни я принес. Да. Все, ребята. 20 килограмм камней доставлено. Да, было нелегко, я вам скажу. 4-5 километров. Да еще провалился. Капец. Вода сверху на льду выступила. Все ничего, люди таскают и побольше килограмм, конечно, но этот рюкзак не туристический. Вообще удивляюсь, как его выдерживает такие килограммы. Кстати, екатеринбургские фабрика шьет, ничего такое качество, за 3500 попал вроде. Если бы был бы каркасный, плюсом еще бы здесь под брюхо был стяжка, было бы намного легче. Но пока с таким хожу. А печку я в бане решил сделать, чтобы огонь был прямо на камне. Поэтому я сделал в бочке отверстие внизу, топором прорубил, переложил камешки. Мы испытаем сейчас.
Сейчас ушицу сварим. Правда, не из своей рыбки, из покупной, из горбуши. Раза три, наверное, уже на рыбалку ходил. Нифига не клюет. Да и рыбаков там не видно на реке. Не знаю, кто как варит там по очередности, но я сразу все кидаю в уху. Картошка, лук. Там еще зеленый у меня лук под конец. Горбушу, ну, рыбу и пшенку. И ставлю на огонь. В конце добавим яичко. И зеленого лучку. И будет просто бомба. Супчик. Все, наверное, уж потеряли меня в праздничные дни-то. Просто работы очень много. На работе завал. Поэтому особо выбраться не мог. Один раз вот в выходной выпадал, сходил в баню, поделал. Ну и вот, сейчас на два дня вырвался. Сегодня здесь побуду. Завтра, наверное, буду выходить уже, не знаю во сколько. Потому что идти опять долго. Валенки сушатся. Ушица варится. Ну вот у нас тут все прогорело. Закрываю двери. Пусть нагревается. Так. Ну, вверху тепло. Даже раздеваться пока не буду. Протестирую сперва камешки. Нагрелись, нет. Вот эти нагрелись боковые. Камера в этот раз, надеюсь, не выключится. Ну-ка, и на наши покупные. Ну, жары есть пока. Насколько хватит. Нам нужно подраздеться. О, нет, хорошо греет. Насколько хватит, посмотрим. Ну, в этот раз 3 часа топилось. И эти тоже поднагрелись, все боковые. Но они быстро остывают. Вода какая-то желтая, коричневая. О, хорошо. Ну тут за 3 часа намного лучше нагрелась, чем в тот раз 6. Хоть немного подышать. Лепота. Так. Ну и мой вердикт. Мыться можно, париться 20 минут можно, но этого мало. Так что, друзья, баня по-черному у нас никак не получается. Париться можно, но мало. Я не удовлетворен этим временем. Надо, чтобы хотя бы час, можно два попариться, чтобы можно было. Несколько заходов, чтобы было. Попариться-то я люблю подольше. Поэтому будем ставить нормальную печку. Обложу ее камнями, сверху камней наложу. Чурочку, кстати, отпилил, когда ходил в баню землянку. Вот она, будущее наше изделие. Кошку по-новому резать, чурка, когда подсохнет. Также еще куксу надо будет вырезать. Заказы есть, нарды закончил.
Обстановочка на улице у нас. Чувствуется морозец. Как-то у нас баня-то. Будущая баня. Нормально, никого нет. Я специально здесь сделал ступеньки, что если кто-то провалится, можно было выбраться из зверушек. Лыжи, кстати, надо вытащить из снега, поставить сюда. Примерзнут. Лепота. Ушица готовится. Пол скрипучий. Лепота. Наконец-то. Отогрелся. Добрался. Да. В избу, конечно, ходить зимой то еще дело. Без транспорта. Видите из окна? Заказал, кстати, ножовку. Финленд 1953 вроде называется. Посоветовали мне в комментариях, что более-менее ножовка нормальная. Нашел на Озоне ее. 1300 вроде стоит. По отзывам почитал. Тоже вроде люди пишут, что нормальная ножовка. Пилит хорошо. Так что заказал. 15 числа вроде. 15 января приедет. Прикупил еще вот такие вот охотничьи лыжи. Вот дедовские. В принципе, хорошо едут. Намазал их еще свечкой. Прогрел. Единственный косяк в этих лыжах, что крепления под валенки сделаны разные. Один валенок залазит хорошо, второй залазит только настолько. И получается, он постоянно спадает. Дорога его каждые 100 метров снова впинываешь. Надо переделывать, посмотреть. Может, продаются какие-то специальные, нормальные. Это тоже не дело. Спадает постоянно. Либо не в валенках ходить, а в сапогах каких-то там. Других. Печку поставил в режим тления. Дрова жрет мало. Тепло отдает очень хорошо. Избушка наполняется вкусным ароматом, живым запахло. Картошка уже доварилась. Все, можно снимать, наверное, уже. Совсем забыл про яйцо-то. Горячий кого похлебать. После трудной дороги. Не, ребята. Немного не влезла у меня корыца это. Почти все съел. Пол булки хлеба еще. Но думаю, попозже я это исправлю. О, хорошо. Вот это, ребята, кайф. Топится печка. Наелся вкусные ухи. В избе тепло. Нету никакого шума от машин, от заводов. Никаких соседей на ближайшие 10 километров. Ни одной людской души. Одни зверушки вокруг.
Вот в этом весь кайф. Просто вот так вот посидеть, послушать, как горит огонь в тишине. Это отвечаю для тех, кто пишет, часто спрашивает, зачем я хожу в лес. Живу в лесу, бывает. Типа не охотник, не рыбак. Для чего ходить? Вот ради этого только. Охотой я никогда не занимался. Рыбалкой занимался. Летом в основном рыбачил. Смысл прелести лесной жизни не в рыбалке и не охоте. Поверьте мне. Подмерзает ничего. Попьем чайку с шоколадкой. Да спать буду собираться. И снега чай не очень, конечно, мне нравится. Но воды я только бутылку свою смог принести. Уху сварил из нее. Ну ничего, пойдет. Вот и баночка пригодилась. Поставлю свечку на ночь. Вместо ночника. Когда подкидываешь, что-то поддымливает. Трубу надо все-таки сюда вести. Так, тихонечко поставим. В режим трения. Будильник часа через два поставлю. Подкинуть, встать. Спать прям так будет. Курточка вместо подушки. Я там заказал такой маломальский спальник. Мне как спальник, он больше не, ну, в основном-то не нужен. Не люблю, не нравятся спальники, как их. Все стесняет. Он расстегивается и как одеяло можно укрываться. Такой простенький. Вроде заказал. Хотел заказать, но не помню точно, заказал или нет. Какая-то горелка попалась. Рукована. Плохо загорается. Oh!
вот, друзья, пока ночь. Доброе утро. Ночь прошла нормально. Только дверцу сломал у печки. Блин, да. Полено не влазило. До конца не залезло. Я дверцу его даванул и разбил. Такие дела. Ладно, что делать-то? Там у меня есть полностью металлическая еще в комплекте с ней шла. Вторая. Жалко, конечно, так интересно. Смотреть можно. Ладно, кофейку заварить надо. Немного похолодало. Надеюсь, путик, тропа моя подмерзла. Легче будет обратно идти. Кофеек. Свежемолотый. Побуше, чтобы взбодриться. Дров. Видели, как было? Две хапки. Ну вот тут маленькая хапочка была. И с этой кучки еще взял. По два полена. Так, 4 раза по два полена я подкидывал. Вставал. 8 поленьев за ночь ушло всего лишь. Крепкий заварил какой. Типа избушечка приютила. Обогрела и накормила. Я вообще лечу, ребята, по накатанной. Ну все, ребята, добрался до Буранки. До города осталось километр. Почти что час 45 добежал. Вообще результат, конечно, в 3 раза быстрее, чем вчера. Ну все, с
Всем спасибо за просмотр. Счастья, здоровья. Батарея села, так что выключаюсь. До скорых встреч. Всем удачи.